Пример ухода за туалетом животных, кошек, песок с наполнителями разных ароматов: кашемир, океан, шелк, алоэ вера, ваниль. Это снова кашемир. И что-то еще представлено, чего у нас нет в коллекции. Она уже вся использована. Немножко только ванили, по-моему, осталось, да. И кашемир. В месяц в идеале три вот таких нужно на 3-4 кошек. Очень классная штука. Действительно уходит всякий запах. Запах есть, даже если вы используете простой песок, либо промышленный песок, традиционный наполнитель, все равно выделяется какой-то запах. Вот эта штука дает возможность избавить вообще квартиру от запаха кошки, какого бы то ни было. Очень эффективная, классная вещь.